Всех приветствую на моем канале. Давно не было видео, и сегодня замена воздушного фильтра на этом автомобиле. Вот такой воздушный фильтр я купил. Его цена 200 рублей всего. Старый уже загажен полностью, так что приступаю к замене. Фильтр я уже продувал компрессором неделю назад. Он был совсем грязный. Ну и так, в принципе, он нечистый. Вот так выглядит новенький. Вот смотрите, разница какая. Ставлю его на место. Здесь все ровненько, все подошло. Ставлю крышку. Здесь свои пазы есть. И все. Все готово. И теперь в обратной последовательности на автомобиль. Воздушный фильтр я меняю каждые 15 тысяч километров. Из-за того, что у нас дороги очень грязные и пыльные. Двигатель будет служить гораздо дольше, если будет чистый элемент. Следующее видео будет о замене топливного фильтра на этом автомобиле. А на сегодня все. Прощаюсь с вами, до новых видео на канале. С вами был Евгений.